Привет всем, сегодня у нас снова распаковка двух старых коллекций Kinder Surprise. На этот раз упаковка из шести викинги и упаковка из шести монстры и пираты. Две фигурки гарантированы с каждой упаковки, и уже мы распаковывали, да. Такие коробки по одной, сегодня сразу две у нас в обзоре снова, и давайте посмотрим. Коллекция викинги прошла меня, тоже классно было бы ее собрать, ну, собственно, кроме вот той распаковки, которая уже была у нас на канале, и других у меня игрушек нет. Вот так выглядит коллекция. Очень классно. Это 2009 год. Посвящено фильму в кино. Не знаю, только в Германии этот фильм выходил или везде. Так, или мультик, да? Нет, не знаю, фильм или мультик. В общем, коллекция «Викинги» и коллекция «Монстры и пираты». «Монстры и пираты» у нас вообще 2009 года. Должны быть, значит, и сборки классные. Так, давайте откроем ее. О, тут у нас плохо скотчем приклеена была. Так, вот так вот выглядит коллекция «Монстры и пираты». Тоже у нас уже была в обзоре однажды такая же упаковка. И вот то, что попалось, то мне и осталось. Итак, давайте распакуем эти коллекции 9-10 года. Это значит, что сборки тоже должны быть очень неплохими. Так, давайте начнем с... О, это что такое? Вот это да. Так, тут у нас не все, получается, были. А, поэтому и скотчем было заклеено. Так, ну, да ладно. Ничего страшного. Тут у нас две, наверное, коллекционные игрушки положили. Наверное, искал кто-то, хотел всю коллекцию собрать. Что у нас во второй части? А, во второй только один. Ну, это что ж такое? Нечестно. Получилось. Вот такое вот у нас начало. А, да, две коллекционные игрушки оставили, а да, сборки только два киндера в итоге. Ну, ладно, давайте их сразу-то все и распакуем. Давайте с сборок начнем, или просто с киндеров, может быть, коллекционная попадется, не знаю. Так, открываем 2009 года, сборки тоже были очень классные. Так, посмотрим. Та-дам! Ух ты, это у нас, да, вот, собственно, предвестники на Тунца, предшественники. О, да, это у нас Nature или нет, это даже не Nature, это просто у нас, видите, была сборка. А, они сейчас цеплялись один к одному, точно можно было прицепить по-разному. Ну, скорее вот к Натунцу можно отнести, конечно. Видите, можно там, например, слона какой-нибудь между ним засунуть или голову взять от кого-то. В общем, такой вот у нас серия Натунц по типу как трансформера. Так, следующий открываем. Здесь у нас, да, видимо, открывали уже этот киндер. Не новый, ну да ладно. Значит, у нас тут сборка будет. Какая сборка? О, ух ты, тоже что-то интересное. Хоккеист. О, это одни из моих любимых хоккеистов, мне кажется, были. Да, похожая, вернее, серия. Нет, у нас, по-моему, новогодняя, да, коллекция была. А вообще были классные эти хоккеисты. Еще другие трое. Ну, это тоже классный хоккеист. Не хуже, да, не хуже тех старых хоккеистов. Это тоже такой достаточно старый у нас. Итак, ну, очень классные были сборки тогда. Молодец, киндер, вот где-то до 10-го года. Прям тогда потом что-то случилось, да, как я говорил, что стали резко-резко намного хуже. Да, тут у нас, ну, это была специальная серия, да, новогодняя, поэтому тут у нас вот так вот его можно бить, пам, с шайбу забивать. Да, вот такой вот у нас хоккеист попадается. Ну, и теперь две коллекционных игрушки давайте посмотрим. Первая. Итак... Вот она у нас, пиратка. Так, монстры и пираты. Тут у нас, так, пираты и всего два монстра, да? Больше пиратов, чем монстров. Вообще симпатичная коллекция. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, что ли, игрушек в коллекции. Пиратка Мири у нас попадается. Карта сокровищ, только это еще прилагается. Так. И она лежит, собственно, вот, да, карта сокровищ, можно стереть, смотрите, да, следы, как дойти до сокровищ, ну, не будем ее портить, положим ее внутрь, спрячем в ней, собственно, да, так она и сделана, видите, прячется карта сокровищ в ней, прошла мимо меня тоже эта коллекция, очень симпатичная, такая вот пиратка, еще и наклейки у нас куда-то клеятся, или не на куда они клеятся, вроде бы никуда не клеятся, да. Может быть, только она, не знаю, вроде просто, может быть, пиратские корабли и лодки. Очень-очень симпатичная получилась коллекционная игрушка. Здорово было бы всю коллекцию тоже собрать ее. И следующий у нас тут тоже пират, смотрите, да, у всех у них такие наклейки одинаковые.
с двумя кораблями. А, и тоже карта у нас сокровищ. Так, еще один пират у нас такой. И очень классно тоже выглядит. Да, выглядит коллекционная эта игрушка, вся эта серия. Да, вот такой вот у нас тут сундуком. О, карту забыл спрятать. И здорово когда-нибудь было всю коллекцию собрать. Итак, второй у нас, вторая игрушка из этой карты. Итак, надеюсь, в викингах будет все получше. Все киндеры будут на месте. Так. Получится настоящая распаковка. Да, все киндеры на месте викинга. Здесь у нас без сюрпризов. Все в очень хорошем состоянии. Смотрите, несмотря на то, что они с 10-го года. Видели мы уже, бывало, и в плохом состоянии совсем киндеры с тех времен. Итак, открываем первую троицу с одной коллекционной игрушкой. Итак, открываем первый киндер. Так, тут у нас... Посмотрим. Оу, все. Все что-то не очень. Рассыпался он полностью. Так, открываем. Ух ты, что у нас тут такое большое, прибольшое. Это, наверное, коллекционная игрушка. Да, как будто бы. Или, не знаю. А, нет, это классные сборки с драконами, да, или динозаврами. Да, попадались они у нас 55 килограмм киндеров. О, очень классные были сборки, да. Хотелось бы всю коллекцию собрать когда-нибудь. И это у нас как раз вертелка, да. Такая вот с вокруг замка драконы вертятся. Давайте ее соберем. Неплохо получилась эта крутилка. Недавно, кстати, киндера была крутилка. Ну, она была прям совсем-совсем плохая. Вот старые крутилки прям супер. Смотрите, висит только на одной точечке. Так все хорошо рассчитано, что чтобы не падать. И вот драконы тоже, видите, висят на одной малюсенькой точечке. И каким-то образом все это дело должно работать. Итак, продолжим. Очень классная крутилка драконы. Так, и давайте ее в стороночку поставим. Перейдем к следующему у нас, к следующему киндеру. Так, открываем. И здесь у нас такое попадется. Так, коллекционная игрушка. Вот он, собственно, наши викинги. Тоже очень классно сделано. Сейчас в таких каких-то красивых цветах сделана коллекция. Таких темных немного, не ярких. И вообще вкладыш тоже очень супер. Какой-то мультик это, наверное, был. Может быть, такой в Германии коллекции, не знаю. Викинги фильм. Не видел я такого фильма. Прошел мимо меня, но раскрашена коллекция вручную. Да, раскрашена коллекция вручную. Ну и насколько, смотрите, классно она вообще нарисована, эта коллекция. Так, больше похоже, конечно, какой-то немецкий мультфильм. Не знаю, выходила ли она еще где-то, но прям вот молодцы, киндер. Они в том порядке собрал я его. Надо было так, и тут у нас что-то идет кушать. Так, о, не, тоже неправильно собрал. Так, надо было верхнюю эту дырку вставить. Так, и тут спереди. Вот такой вот у нас... Красивый, да, викинг идет с сосисками. Да, такая вот классная коллекционная игрушка. Итак, открываем следующий у нас киндер и посмотрим, кто нам в нем попадется. Итак, тут у нас должна быть сборка. О, может быть, на Тунс какая-то запечатанная сборка. Вау, нет, это потому что печать. Поэтому так закрыто уже попадалась нам такая сборка раньше. Тоже это киндер-зоопарк, такой предшественник Натунца. Ну и была у нас уже, да, такая обезьянка с печатью. Если ее открыть, потом печать засохнет. Но вот пока она лежит в пакетике, уже сколько лет прошло, я думаю, она работает. Крайней раньше у нас все хорошо работало. Да, спустя столько лет. Памс, да, видите, прям как новая. Так, ну вот теперь она будет полежит и засохнет. Да, тем не менее, такая вот очень симпатичная печать-сборка. Итак, открываем следующую троицу киндеров. Итак, следующие три киндера из коллекции викингов. Снова у нас одна гарантированно попадется коллекционная игрушка. Так, первый открываем. Так. Смотрим, что нам тут попадется в нем.
И так, тоже какая-то красивая у нас тут сборка. А, это снова у нас собачка с лупой, да, попадается уже частенько, у нас попадается. Классная тоже, да, так у нас лиса в этот раз. А, классная, классная сборка, и тоже было бы здорово его всю собрать, да, вот с лупой, надо найти, например, птенчиков. Или, да, на одной, на второй картинке птенчиков. Ну и вот такой вот у нас тут лисенок попадается с лупой. Да, очень классно он сделан, кстати, классно нарисован. И так, давайте его соберем. Чем-то Зверополис напомнил мне мультфильм. Этот лисенок. Да, очень классный был мультфильм. Зверополис. И так, вот у него еще, смотрите, пальто. Так, и вот у него лупа еще к нему прилагается. Держит он ее тут сбоку. Да, и вот, собственно, в эту лупу можно смотреть и искать, тогда увеличивать этих, да, птенчиков. Ну что ж, классно вообще сделана эта коллекция, тоже здорово бы ее всю собрать. Да, классные были раньше сборки. Итак, следующий киндер открываем. Так, следующий киндер, и вот она, коллекционная игрушка. На этот раз у нас цельная фигурка, ничего нигде собирать не надо. Да, вот такой вот у нас здесь девушка-викинг молодая. И так, посмотрим, где она у нас тут попалась. Да, вот она у нас в самом центре. И это у нас такой, да, кляйный Шлаукопф. Это маленький, умная голова. Такая вот, да, девочка, которая тоже хочет уже викингом стать. Классная, классная коллекционная серия. Хотелось бы тоже, конечно же, всю собрать, да, собственно, как и монстров с пиратами тоже. Итак, ну что ж, последний киндер на сегодня. Посмотрим, кто на нем попадется. Открываем. Итак, та-дам! Здесь у нас какой-то... Кто это? Какой-то непонятный корабль попадается. Нет, у нас не корабль, корабли у нас уже были. Это у нас что-то другое, какая-то лодка или что это вообще такое. Так, давайте посмотрим. Нет, у нас космический какой-то корабль. Ну, снова тут много бумажек. Киндер нам положил. И это у нас, да, такие вот предвестники будущих ужасных самолетов сборок. Да, корабль только что большой, должен вроде бы лететь. Но давайте его соберем. Да, вот такой вот у нас корабль из бумажек, весь разваливается. Ну, киндер пытался в те времена уместить как можно больше игрушку в капсулу, лучше бы, мне кажется, этим не занимался. Ну что ж, таким был обзор, да, такая была у нас распаковка старых коллекций. Это монстры и пираты коллекция и викинги. Очень классные коллекции, здорово, что у нас попались, да, две игрушки, неповторные, и, по-моему, таких у меня еще не было, надо будет посмотреть. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, у нас еще будет много новых обзоров на новые, на старые серии. И всем спасибо. Пока-пока.